Вот. И почему-то у вас правая стопа шире, чем левая, да? Вот она. Растут там, из-за этой косточки вот там выпирает часть, вот это вот, как называется. Ну что будем делать? Вообще, стельки, конечно, вам нужны для облегчения, так скажем, всего опорно-двигательного аппарата. Это и коленный сустав, и бедренный сустав, вот, и голеностопный сустав, да, и в том числе и для вен это будет хорошо, потому что сексуальные функции выполняются как и есть. Скажите, пожалуйста, что это не обращает внимание, это может быть не туман фиксировал, купил их, допустим, 600 метров, это отблеск от стекла. Так, сейчас я вам распечатаю картинку вашу. Одевайте стекло. А вы подскажете по стоимости стелек? Может, мы попросим, может, благотворители смогут тоже помочь нам? Стоимость стелек разная. У нас есть серийные стельки, есть индивидуальные. Серийные стельки фирмы Barfinder и фирмы Otman. Вот название наверху. Индивидуально это фирма Otman. Это вот фотоаппарат, который вот здесь у нас стоит. И это значит, на нем дальше это серобок в программе, но заказываем индивидуальные стельки. Цены у них разные. Серийные стельки Otmanские от 2 до 6 тысяч, индивидуальные стельки Otmanские 10 тысяч, а Barfinderские только серийные и только 10 тысяч. Почему? Потому что это...